В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо! Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну все, давай наверх. Так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни 2 шага. Заряжаю.
А вот и стражи. Пожаловали. Наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично. Прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Какого черта? Круг! Быстро! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь.
Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. И что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Давай послушаем Ханта. Ночью они снова напали на наш дозор. Мам, пойдем, Артём, пойдем. Нам еще ждать? Леша, боже ты мой. Посторонним нельзя. Где ты, Петр? Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, а, извините, не узнал. Не видишь, он ранен. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Не могу. Погоди. Не могу. Нет. Добраться. Добраться. Нет, проваливайте, не... Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём! Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Что? Черт подери. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, а там же рай, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Ah!
Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Внешний блокпост уничтожен! Дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался.